Клинкс на Кире не так часто клинкс появляется после фиксов некоторых, да, но вот здесь его винстрайки себе берут. Интересно вообще, работает ли этот герой сейчас или нет. Ну, вот ближайшие сейчас минут 30-40 мы узнаем. Жадновато. На самом деле, тут нас поймали Ямича, ну и понятно, что его здесь уничтожат сейчас. 1-0 по чем делает ФБ. Во-вторых, он сейчас может ехать здесь. Скорее всего, отъедет. Да, Астрал заезжает в него. Ямич, ну что? Днается пытаться. Может, получится даже. Нет, не получается. Не повезло. И массовые типы. Ты посмотри, пак душат его. В хакерских штучках, да? Так, тем временем на дурачью напали. А ты знаешь, шанс убить-то его есть. Есть шанс убить. И хватает урона. И он телепорт еще сейчас потратил. В итоге он без ТП будет. Ты понимаешь, шкет меняет, в общем, выживает здесь. Да, выжил там Дукалис. А это, похоже, первый килл винстрайков сейчас будет. Должен быть, или... Да, конечно, будет первый килл. Это 3-1. У тебя ноги, проблемная зона. Так, Пантомема поймали. Пантомем, здравствуйте. Пантомем. Но он должен будет догореть. Но приходит поддержка, слушай. И он в итоге выживает, что самое интересное. Да, он выживает. Нет, не выживает. Но они Дукалис разменяются. Ну? Промазал Дукалис. Что, уйдет, что ли? Но я не верю в это. Нет, конечно. Файлы хэш, которые пацаны писали мне. Меня переустанавливали для всего. Это нападает на Пантомема. Минус Пантомем. Там Чешир пощекотали. А Бурастрайк 3-2 успеет ли? Нет, не успеет. Так сейчас можно Дукалиса будет забрать, разменять. Найтмерчик, нет, не забрать его. Раптурка вешается на Мелджула. Мелис есть чем копать. Залетает. И это минус Мелджул. До свидания. Что будет дальше? А дальше, по всей видимости, будет просто пуштер один вышки, ребят. Да. Так, там у нас напали на Крылата. Крылат пока живой у нас. Дурачье на боте убили. Вот это хорошо, но Астрал разменяются-то они, да. У них получится сейчас сделать. Минус Астрал. Забирают. Уходит у нас Пантомим отсюда, да. Так, тем временем что? Что здесь? Раптурка вешается. Дурачье разворачивается. Начинает наваливать Бёрнинг Бэрэджем, но Крыла под Пуржом, и он очень медленно подбегает. Дурачье подтягивается, Мелис на Дизрапшн. Что делать? Дурачье только пытаться убегать, и он убегает. Раптура то кончилась, но там уже сделали винстрайки минус 3, это еще не конец. Чешир тут своими големами, детекшн есть. Мелис копает, пытается, понимая, что если он умрет, он пытается разменяться. И это минус 4 от винстрайка. Вот такая вот драка оказалась. Вот они били Дурачье, а Дурачье-то крепкий уже. По результатам, ну что, крепасика поймали, прохарасили. Здесь врыв хорош, полетел, моментально рассыпается Астрал, можно Янджи убить, его забирают тоже, это минус 2, пошли дальше винстрайки, Бурастрайк. Выкапывается Мелис пока отсюда, под Дукалиса плюшки страшные, огненные летят эти стрелы, еще и молнии прокают, минус 3 сделает команда винстрайк. Ну и теперь можно заходить, ребят, в рошпит, да. Так, поймали. Убили Янджи. Вот так легко и просто все это получается сейчас сделать, да, с агонимным Вейт Спиритом. А Мелли что будет? Да, интересно. Но мне кажется, им урона просто не хватит. Нет, урона не хватает. Посмотри, начинается контратака Вейт Спирит. Он такой крепкий, просто космос. Саша Яша это, не Саша Яша, а Саша Ка это космос. Мелиса, что, телепорт собьют, конечно. Конечно, собью телепорт, ему копнуться нечем. В итоге это минус 2. Это фиаско, братан. Но пока к дурачьям никто не перетягивается. Так, в топе у нас что здесь? Да неужели Мелджул, он уже в соло способен убить вражеского керри, ты представляешь? Он уже в соло убивает Сикера, Кровата, просто в соляру убивает. Отступает, падает, да, тир-3, падает сторона, ребят, все, бараки. Уже разбирается, пошли байбеки. Там моментально вырезается Бейн. Еще минус 2 саппорта, короче, делает винстрайки. Выбивает 2 байбека. И сейчас можно просто отойти. Да. Но они не хотят отходить. У них еще 18 секунд до конца Эги. Будет, это, конечно, задача решаемая, но очень трудно решаемая. Ну что, есть. Минус рейндж барак. Милишный барак тоже пытаются забрать пока что. Мелис, таверна, отправляется минус Мелис. А в это время дурачье у нас забирает в сторону номер 2. И что делать? Ну, сейчас можно отойти, пойти на вторую сторону, на третью сторону, да.
Так, здесь нападает на Мелиса. Мелис под фокусом находится. В итоге это минус Мелис. Мелис забирают. Пантомем прыгает Мауджу под раптурком пока что здесь. Что Пантомем? Пантомемом бьют. Не хватает урона, но хватает урона по Янг-Джи. Это минус Янг-Джи без байбека. Это минус игра. Да, это Best of 1 серия за командой Винстрайк. И Винстрайк сейчас у нас в итоге проходит на Вигейминг. Если Винстрайки сейчас побеждают команды Вигейминг, то они выходят в Винера.